Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео с вами поговорим про такую тему, которая сейчас уже стартанула с 20 сентября. Это перенос аккаунта. Выбираем, куда мы пойдем, в какой регион, на какие сервера. EU или RU. Я понимаю, что многие уже понавыпускали видосики длиной там вечность. По крайней мере, именно так зрители говорят. Про эти переносы аккаунтов. Я не буду делать видосики длиною в 3 километра, получасовые. Все очень просто. Смотрим на скриншотики, на картинки. Я вам все покажу, все объясню для танкистов. Заходите на сайт World of Tanks. Справа вверху нажимайте на свой ник. Если его там нет, значит вы просто на сайте не авторизировались. Надо нажать справа вверху, войти в аккаунт. Входите, там логин и пароли, нажимайте на свой ник. У нас выпадает список, такая менюшка. В этой менюшке нажимаем личный кабинет. И в этом личном кабинете листаем в самый низ, там написано перенос аккаунта черным по белому. И в этом черном по белому внизу рыжая кнопка перенести аккаунт. Сделать выбор нужно будет всем. Изменить свое решение можно строго в течение 59 дней с момента трансфера. Само решение можно отложить до 12 октября. После в игру нельзя будет зайти до принятия решения. То есть у нас примерно 3 недели есть на то, чтобы почухать репу или жопу, сделать все-таки выбор, куда мы пойдем. И вот мы уже в личном кабинете, возле кнопки «Перенос аккаунта», на которой написано «Оперированием World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz». На территории России и Беларуси RU регион занимается Lesta Games. Чтобы продолжить играть текущим аккаунтом на RU регионе, вам необходимо инициировать передачу данных аккаунта Lesta Games. Чтобы продолжить играть с Wargaming, воспользуйтесь переносом аккаунта и игрового прогресса на EU регион. Все. Клацайте на эту замечательную рыженькую кнопочку «Перенести аккаунт», и вы попадаете в мир еще рыжих кнопочек. Перенос аккаунта, сделайте выбор. У нас тут есть две кнопки. Прям как в «Матрице», две таблетки. Продолжить играть на EU регионе Wargaming или продолжить играть на RU регионе Lesta Games. Здесь еще есть у нас такая вот подсказочка с восклицательным знаком рыженьким, на которой написано, что на RU регионе Lesta Games будут доступны методы оплаты только игрокам из Российской Федерации и Республики Беларусь. В остальных случаях будет возможность оплаты только на EU регионе Wargaming. Приложения World of Tanks Blitz и World of Warplanes в оперировании Wargaming не будут доступны для установки и обновления на RU регионе. А приложение Tanks Blitz в оперировании Lesta Games будет доступно только в России и Беларуси. Что мы из этого всего можем понять? Официально в пре-магазине наших танчиков вы сможете оплачивать теми банковскими карточками, где вы находитесь. Вот вы в России, российскими банковскими карточками сможете оплачивать на RU регионе. Или если вы находитесь в Беларуси, то вы сможете оплачивать белорусскими банками на RU регионе. Так я понимаю эту писанину. Если же вы находитесь где-то не в Белоруссии и не в России, то вы сможете оплачивать на EU регионе. Все. Это все, что надо знать. Основное. Также из этой писанины можно понять, что World of Warplanes на RU регионе не будет вообще. А World of Tanks Blitz будет у Lesta Games на RU регионе, но будет называться Tanks Blitz. Честно говоря, вообще пофиг, как оно называется. Tanks, Shmanks. Но суть какая-то такая. Если вам нужно подробнее, то тут есть кнопка «Дополнительная информация». Вы на нее нажимаете и читаете все, что там есть, чтобы не пропустить то, что именно вам важно. Какие-то подробности или особенности можете посмотреть в прошлом моем видео про перенос аккаунта. Там я все рассказал по подсказке или по ссылке в описании. Можете перейти посмотреть. Я это все добавлю в описание. Сможете прошлый видос посмотреть. Если вы меня спросите, что выбрал я. Я выбрал RU регион на своем втором аккаунте на Твинке. Кто следит за каналом, тот знает, что первый мой аккаунт, основной, который The Warchick, через четверку, его украли.
техподдержку я написал, они там долго чухаются, когда начухаются, ответят и восстановят мне аккаунт. Я зашел на тот аккаунт тоже, выбрал RuRegion. Хоть они его и украли, злодеи проклятые, ничего они с ним сделать не могут. Просто ждем, когда техподдержка вернет мне полноценный мой аккаунт и откатит его на тот момент, пока на нем играл только я. И все, что они там наделали, это все исчезнет нафиг вместе с ними. Почему так произошло, как воруют аккаунты, что делать, что не делать, это все отдельно в видосе я расскажу, что я сделал потом после этого. Теперь по поводу того, почему на YouTube-канале неделю ничего не происходило. Ничего никуда не украли, я никуда не исчез, не пропал. Просто там, где я нахожусь, есть проблемы некие со связью. Из-за этих проблем со связью возникли проблемы с Google аккаунтом. Я их порешал, эти проблемы, аж за неделю. И теперь снова могу нормально управлять своими видосо-стримами, которые будут опять каждый день выходить. Если такое повторяется или еще раз происходит, я никуда не исчезаю. Я каждый день с вами, каждый день вам делаю видосы и стримы. Поэтому эту неделю ничего никуда не исчезло. Я на Трово стримил стримы. У меня есть канал на Трово, где я стримлю. У меня есть группа ВКонтакте, где и видосы, и стримы, и новости, и темы со всякими интересными штуками-дрюками. Есть еще видосы на Рутубе. Есть еще видосы на Яндекс.Зене. Я еще создал группу в Телеграм-канале, где тоже все там появляются, всякие новости и анонсики. Все везде создано, все везде есть. Пользуйтесь на здоровье, ссылки в описании. Если YouTube закроется или возникнут какие-то проблемы, я нахожусь вон там по ссылкам. В принципе, размусоливать что-то по переносу аккаунта нет смысла, все просто. Выбираете очевидный выбор и просто играйте в свои танчики. Все. Я не знаю, что тут размусоливать, видосы на полчаса или на час. В прошлом видео я какие-то особенности вам рассказал. В этом же просто мы поговорили уже конкретно, куда клацать. Увидимся в следующих видео и стримах. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментариях обязательно вопросы, если есть какие-то, я отвечу. Или на какую тему вы хотите увидеть видео. Может быть, вы что-то интересное предложите, я сделаю. Всем удачного дня и пока!